Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самогон Саныч, и сегодня у меня к вам один вопрос. Недавно я сделал видео про ароматизаторы, которые продаются в интернет-магазинах. Целое видео было сделано, и освещена, так сказать, ихняя специфика приготовления. Но смысл заключается еще в следующем, что эти ароматизаторы, несмотря на то, что они не до конца изучены, они имеют один большой и серьезный плюс. Добавил самогон, стряхнул, и напиток готов к подаче на стол. Отсюда возникает еще вопрос. А можно ли сделать подобные ароматизаторы в домашних условиях и из натурального сырья? Ответ – да, можно. Есть целая, так сказать, область самогоноварения, посвященная эссенциям. То есть это то же самое, что ароматизаторы, только делаются они в домашних условиях и работают примерно так же. Так вот, эта область, она практически не освещена, и в интернете, и погуглив, я понял, что практически никто этим не интересуется. Поэтому у меня вопрос к вам, уважаемые зрители. Если вам интересна подобная тема, я ее буду освещать. Сейчас на экране появится опросный лист. Вопрос сформулирован так. Интересно ли вам видео про домашние, по приготовлению домашних эссенций? Ответы «да» или «нет». Убедительно прошу вас ответить, а отсюда я буду отталкиваться и делать свои видео, чтобы они радовали вас. На сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, обязательно ответьте на данный вопрос. А вам, уважаемые, здоровья и веселых застолий!